Вы слушаете радио «Свободный Кират». Извините, а? Рабера и рано говорит. Свободный Кират вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару.
убью тебя! Без тебя станет лучше! Эй, ты, стой! Аджай, соскучился? Бежим! На помощь! На помощь!
Погоди, стой!
Свободный кера. Ты знаешь что? Радио Ирана говорит. Самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Сабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны, Сабал — это традиционные ценности. Зачем религия помогла этой стране? Риторический вопрос, да? Дорог она не строит. А, хотя нет, строит, если есть тропы. И пирамиду можно построить. Надо построить пирамиду, парни, точно! Мы выигрываем войну. Сабал приходит к власти, и мы пропадем. Всюду ко мне идут. У меня товары первый сорт.
работники, рад вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставил все на эту девочку, Хадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы этим воспользовался. Не, ну представьте. Привет, привет. Что сегодня хочешь купить? Ну, грибы растут. Попробуй парочку. Посмотрим, ядовитые они или нет. Не знаю, что опаснее.
Дикие звери или армия?
Стойте! Учили прощать, но как простить солдат за то, что они сделали школой себе сокровища? Они разрушают все. Убийцы!
отца за что? Кто это сделал? Армия короля. Отец был оператором радиовышки. Он пустил в эфир лозунги, что-то против мина, и вот... Где эти люди? Все еще на станции. Я могу показать. А после того, как его убили, ему отрезали язык. Они заплатят. Школу семи сокровищ. Я думаю, надо решать сами. Правосудие для многих людей, Аджай. Со временем они научатся делать это сами. Еще немного, и они поймут. Раверы, рано вещает на волнах радио свободный. Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрятано в золотых шахтах Пэганамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому...
Ветеран вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставил все на эту девочку, Хадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы этим воспользовался. Не, ну представьте, вам 12 лет, и все еще... Спасибо тебе. Теперь я хоть тело отца смогу забрать. Похоронить как должно. Рад был помочь. А потом надо убираться отсюда. Подальше от этого кошмара. Yeah!
Сокровищ снова в наших руках. Надо Аджай. Сказать Амите и Сабалу. Соскучился? Может, отдохнуть дадут чуток. Кали в вену. Да ладно, шучу. Мин не уважает наши традиции, но что еще хуже. Похоже, армия сожгла все в школе Семи Сокровищ. Это чудовищно. Даже трогать не хочу. Одни проблемы.